Привет, с вами снова Айс, мы продолжаем прохождение Wizard D8. А нас напали и напали, в общем. Какие-то злобные и призлобные растения. Ну, на самом деле, конечно, не злобные. Обычные, я бы даже сказал. Будет сделано! Я даже, честно говоря, не знаю, что на них накладывать. Что такое дистанция-то? Не стоит ли вообще, например, что-нибудь накладывать? Пожалуй, так. Подождем, пока подойдут поближе. Потом решим уже. Они вполне могут и не подходить ближе, на самом деле. Но сауги с ними не очень справятся, в этом я уверен на 1000%. Можно подойти самим. Как вариант, конечно, можно подойти самим и спасти, например, вот этого панрака, блин. Потому что один там сдохнет, скорее всего. Ну, хотя у него 8 с чем-то хп, нормально, проживет. Ходить будем, наверное, сейчас. Хотя можно, в принципе, не подходя их убить, естественно. Да давайте не будем подходить. Чё я, в принципе, тут? Ману жалею и так далее. Просто вот раз. Контрольный на всякий случай, если там первый этот огненный шар не добьет, два. Хорошо. Поехали. Чего? Сколько у них хп? Чтобы они выжили после такого. А 63, ёпрасота. О, досадно-то как, а? Реально. У них жизни-то почти не осталось. Но они выжили. Я посмотрел не на того, кого было 43. У сорняков чуть больше, к сожалению. Ну ладно, неважно. Можно тупо было бы сейчас подождать, пока подойдут эти, блин. Да подожди, ничего не будет сделано. Пока тупо подойдут носороги, да, и добьют их. Ну, я предпочту сам снежным шаром запилить, потому что прокачаю, может быть, его чуть-чуть, да и побыстрее все это будет. Не хочу ждать целый час, пока не подойдут к ним. Вот так вот. 13800 опыта. Ману подняли. Носаугов немножко спасли. От бедствий. Я вот сейчас подумал, а не будет ли нам проще, например, вернуться к порталу. И уже отсюда. Ёпрасы, где там головы-то, блин? Да почему ж я не... А, голову вижу, все. Будет сделано! Тебе надо посмотреть хп этих голов. Да блин. Не наведешь нормально-то, ёпрасы-то. Хорошо. Будет сделано. Будет сделано. Давайте подойдем ближе. Вижу. 62, да? Лучше стало. Есть. Гораздо лучше. Так не будет. А теперь? Будет сделано. Отходняк. А теперь? Хорошо. А теперь? Будет сделано! Поехали. Что за... Ничего не вижу!
Почему не может быть-то это, блин? Какая разница? Так не будет. Да ёпара с этой магией. Я сам виноват, мне было просто. Раз. Переделать, наверное. Сделаю. Хотя почему они не могут вот так вот будет бить? Сделано. Я не очень понимаю. Хорошо. Будет сделано! Будет ли проще с кладбища побежать туда, куда нам нужно, то есть теренгом быстрее или нет, вот в чем вопрос. Мне кажется, что будет. Будет сделано. Но не факт. Будет сделано. Было сразу пытаться наложить безмолвие, а не тупить. Как всегда занимался фигней. Это еще опыта нам дали. Круто. Мы богаты опытом и златом. Смотрите. Я смотрю, не вижу. Вернее, я ухожу от нее вперед. Нафига мне она сзади там? Ну, пускай там сидит, сохранится. Потому что впереди еще твари какие-то. Перед головой, блин, да ёпер на этот театр. Понарисали. Нас ожидает большой конфликт. Это вообще голые вампиры, офигеть. Давайте попробуем сделать так. Будет сделано! Делать так. Хорошо. Будет сделано. Да не будет нифига так сделано. Будет сделано вот так. А тут вот так. Сделай. Собаки, они подлетают к нам, а? Огненный шар он наш может провалиться. Так не будет. Да я уже понял, что так не будет. Но может быть даже хорошо, что так не будет. Будет сделано! Пятнадцатый уровень, 100 хп, ёпперс это. Было сразу посмотреть. Действительно хорошо. Красотень. 32 тысячи опыта просто подняли, изи. Просто изи подняли 32 тысячи опыта. Повезло на самом деле. И вампиры нам могли доставить много чего неприятного. Ух ты, ё, как хороший шлем, а? Какой классный шлем, правда? КБ сразу, смотрите, 19, средний КБ. Алмазный шлем наносит. И даже ману не потратили. Так, куда нам вообще, в принципе-то, идти надо? Протонулся-то я протонулся. Нужно было у теренгов поставить портал, наверное, да и все. Убрать его с кладбища. Тогда мы сейчас сэкономили довольно-таки много времени. Ну ладно. Сейчас надо найти, куда идти. В итоге. Посмотрим, сколько это... Да не тебе. Тут у нас чуть меньше... Ну, полтинник, короче. Тут полтинник, а тут у нас 200. Почти. Ну, там 180 тысяч. До уровня. Так, очередная шайка-лейка. Культисты, ёпперсети. Блин, ну если, короче, у нас безмолвие на них не наложится,
это будет очень и очень плохо. Хорошо. Это будет ужасно плохо, я бы даже сказал. Сделаю. Давайте как-нибудь вот так, потому что скорее всего эти подойдут чуть-чуть будет ближе. Стяжа. Давайте пробовать. Непосредственный соперник, ну конечно. Заклинание провалилось. Офигеть. Бывает же. Кажется, их тут море. И менталя призвали. Правда, малого, но. Как говорится, какая хрен разница. Будет сделано. Будет сделано! Эти подойдут стопудово, поэтому делаем так. Будем делать так. Ждем. Ну, в принципе, что хорошо, что он не очень как бы этот сильный. Сколько там у них жизни-то осталось? Еще очень много, да? Барт у нас заснул, к сожалению. Миллениум Магетир. Защита от магии неплоха. На двоих, правда, безмолвие все-таки наложилось. Остальные просто призывают, блин, элементалии на ПКД. Гораздо. Просто ПКД. ПКД. Ту-ту-ту-ту-ту. Будет сделано! Это плохо. Это очень плохо. Будет сделано. Да не того бьешь, Фикус, блин, не того. Был разбойник. А ну разбойник далеко стоял, мы не могли его убить. Одно хп, блин, у карманника осталось. Красоте. Вообще красоте. Попадать надо, Тацуя. Огненный шар полетел. Он не должен много снять. В отличие от гадских элементалев. Но сознание остается ясным. Будет сделано! Хорошо. Что там с паутиной-то? Ну нет уж, град камней давай. Будет сделано. Да япона мать-то, блин! Сраные элементали, блин. Мать их. Да ну нахрен, не хочу. Не буду я терять, блин, никого. Осталось у него 20 хп, блин, не могли его добить. Он взял, убил нашего мага. Ну, красота, чё сказать. Просто красота.
Я слушаю. Я слушаю. Где все бафы у нас сохранились, кроме одного брони. Поспали, и мобы куда-то пропали. Ну что, отлично. Я не против, по крайней мере, этого. Магический экран закончился. Ну, сейчас поправим. Да не тебе. Тебя он. Теологию подняли. Круто. Да. Я слушаю. Почту сразу обновить. Сану ведь пропадут. Что у нас тут? Никого? Никого и ничего? Интересно. Куда же они все растворились-то? Культисты эти или разбойники? Может быть, они только ночью были? Так, а тем временем нам нужно на утес Мартена вернуться, отдать им типа этот флаг второй, Тринтон. А в Тринтон ли нам нужно? Вот в чем вопрос. Туда что ли, да? А рентген еще спал, точно. Скорее всего. Поэтому нифига не видим врагов-то. Совсем про рентген забыл. Нифига себе, они что-то как-то очень далеко сагрились от нас, честно говоря. Очень-очень далеко сагрились. Я думаю, что они к нам подползут, поэтому давайте как-нибудь вот так попробуем. Подползают. Сейчас огненный шар заденет там, ладно, сейчас уже троих, четверых. Сколько у них хп, смотрю. Кого-то очень много даже. Куча растений, блин, и с такого расстояния на нас сагрилось. Досадно, конечно. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, на 1500 опыта за них дадут. Дорогуша, что ты мне... Да блин, они попадают еще и травят, но ёпарас это. Хорошо. Как так можно с такой дистанции попадать, да еще и травить, учитывая их уровень вообще. Ах, досадно. А, ну тут где-то противоядие было вроде как, да? Да, вот нам противоядие. Давайте его используем. Не получилось. Сорняки наступают! Ух, ужас. Нас с морозом не всех заденет. Не, задело, смотрите, очень круто. Ну, давайте последнего просто в мели добьем, чтобы на него ману не тратить. Давай, фикус. Хорош. На, 20 тысяч опыта. За не очень сложный бой. Но ману потратили, к сожалению. Я, пожалуй, уклонюсь от еще одного боя, чтобы просто меньше времени терять в этих боях. Хотя, епископу уровень повысить нам, конечно, бы не мешало. Но мы его и так повысим, просто чуть позже. Здесь ничего. Поэтому не страшно.
здесь ничего. И нужно, конечно, антимагию качать. Это очень важный скилл. Просто дико важный скилл. Потому что я уверен, что маги будут встречаться дальше все чаще и чаще. И все сильнее и сильнее. Призывы этих элементалей по 500 хп, там, не знаю, будет, или по 1000, которые будут выносить наших магов с удара. Это явно не входит в мои планы. Поэтому нужно сразу, чтобы накладывалось сайленс и все. Так, я вообще правильно иду, мне тут интересно, научусь Мартена. Мне кажется, что нифига неправильно иду. Хотя, может быть, и правильно. Нет, наверное, все-таки это неправильно. А, нет, болото, все правильно тогда. Все правильно, значит, нам нужно вот сюда, где мы находимся. Впереди группа мобов. Можно ее обойти, можно с ней подраться. Посмотрим ситуацию. В принципе, тут тоже есть. Ладно, пойдем. Там, скорее всего, просто крокодилы желтого цвета. А красному какие-нибудь ночные кошмары. Да, крокодилы желтые, естественно. Вижу тварь! Я даже не знаю, стоит ли с ними биться. 200 хп. Опыта дадут мало, потому что жизни у них мало. Слизнюбищем. Ну вот, Дедмара, да. Давайте сделаем так. Можно обойти их вообще? Нифига, да. Просто позиция была очень неудобна, они за деревьями стоят. А с другой стороны могут еще крокодилы прибежать. Нафиг. Давайте попробуем всю эту шайку-лейку обойти. О, что это у нас тут? Ай, понятно все. Было пораньше немножко причитать. Что-то опасности болотного газа. Двоих просто отрубило. Справимся с ними. Смиральдовый слизень. Смиральдовый слизень. Давайте ядовитым плевком его, блин, врыва. Будет сделано! Морозом, блин. Хорошо. И подойти. Потому что я чувствую, что он будет плеваться у нас. Гораздо лучше. И еще будет подойти. Отходняк. А теперь бить. И еще раз бить. И еще раз бить. И еще раз бить. Бить, убивать. Уничтожать. Очень хорошо. Отлично. Сейчас еще опыт получили, ни за что. В принципе. Пытаемся тут между группами врагов проникнуть туда, куда мне нужно проникнуть, в принципе. Мое внутрь. Отлично. Отравление болотным газом прошло. Ладно, с этими, наверное, мы все-таки побьемся. Скорее всего, будут найтмары, да? А, нет, это кровососы просто. 85 хп, кровососы. Маршевые барабаны, пожалуй. Да и ты плевок. Пускай, в принципе, качается. Будет сделано! Хотя это, конечно, фиговая магия, абсолютно. Абсолютно фиговая. Давайте звук ужаса, не знаю. Тут. Хорошо. Тут что-нибудь, типа, тоже звук ужаса. Будет сделано. Комары вроде. Ну, просто большие. Еще которые издали стреляют. Ёпта красота. Сиренсиус, ер.
же. Ну хорошо, что они часто мажут. Да блин. Да ёпарасы ты. Мне не хватало еще, чтобы бумагу опять потерять. На этой ерунде. Будет сделано! Лечимся, хорошо. Короче. Плач банши давайте использовать. Сделаю. Да ёпарас это. Чё ж вы так поуроби-то попадаете в беды? Ну, хотя не только по нему, естественно. Так. Нам нужно установить энергию. Будет сделано! Пожалуй, нам нужны магические стрелы тут. Хорошо. Все равно мало. Все равно очень маленький урон, к сожалению. Огненный шар не хочу тратить просто на них. Пока что они мажут, это хорошо. Вызывание сирен. Давайте попробуем, почему нет. Дай. Сделай. Ё-моё. Ментальный укол, безмолвие, противоядие, все это не то. Можно на глохантель наложить, разве что. Будет сделано! Так, кровососов стало меньше, это хорошо. Это очень хорошо. Повторить, да повторить, хорошо. Да, повторить. Тут, пожалуй, энергию давайте. Тут, пожалуй, скрежетливую волынку и самому что-то осталось, да? Отлично. Великолепно. 16 тысяч опыта. Не самый, правда, легкий бой, к сожалению. Ну, потому что они, блин, стреляли больно по магам. Ну, не самый далеко тяжелый бой. Который у нас был, и самое главное будет впереди еще. Сколько у нас там епископов до уровня осталось? Меньше 10 тысяч, 6 тысяч. Да. Ну, этим понятно много. Я слушаю. Как и милишникам. Кстати, у нас милишники 13 уровня, а епископ только 11. Сам до 12 меньше 6 тысяч. А этим уже до 14, если я не ошибаюсь, правда? Да. Нет, тоже до 13. Маги тут все качаются немножко медленнее, но епископы качаются вообще медленно, в общем. Ну, понятно почему, потому что они совсем были имбой, умея заклинания любой школы читать, в принципе. Так, что-то у нас тут перегруз, походу, да? Что это у нас тут? С нагрузкой хромает. О, нормально, отлично. Ну что ж, мы почти на утесе Мартена. А теперь уже и на нем. Можем отдать Теренгам флаг компании. Надеюсь, что они оценят, что он, ну, настоящий, типа. Думаю, вряд ли теренги разбираются в флагах, настоящие или не настоящие. Навозные жуки, блин, я их даже не видел, честно говоря, просто. Они за этой природной преградой стоят, что их тупо просто не видно. Ну ладно, придется огненный шарик применить, как я думаю, да? Да я смотрю, успокойся. Да блин, они еще тут подбежали, еще и атакуют сразу же. Ладно. Ну да, огненный шар, а что я еще могу сделать?
Хорошо. Тут тоже огненный шар будет. Будет сделано. На всякий случай лечить всех. Будет сделано. Тут маршевые барабаны. Сделаю. Давайте так попробуем. Рано подлечил. Отлично. Не убили? Да ладно. Остались несколько жуков, поэтому вообще огненный шаг, к сожалению, не попал. Это не очень, блин, грамотно его использовал, к сожалению. Досадно. Ману профукал. Зря, можно сказать. Да добьем в мели, я думаю. Без проблем, правда ведь? Да. 10 тысяч опыта и новый уровень епископа. Вот очень-очень хорошо. Естественно, это будет интеллект. Сильные чары доступны теперь, благочестие. И, пожалуй, восприятие. Тут мы исцеление болезни богатырь. Что нам дает богатырь? Это вечует энергия, отправить тенику, лечит носимым противником только одного существа. Можно вернуть разум или телепатию, например. Мгновенную смерть слишком рискованно, чистый воздух тоже не очень. Богатырь, в принципе, богатырь, телепатия, ну так себе, наверное. Хотя это... Телепатия прикольна, но... Но... Паутина, может, да нет, тоже верно, да. Давайте, наверное, богатыря, да, возьмем. Святая вода, кстати. Демоны и нежить. Богатырь. Одна вот цель, замучаешься накладывать. Может, действительно вас взять замедление, например? Давайте замедление точно возьмем. Я думаю, что это будет более... правильная вещь. Тут вода, земля и воздух. Ну, конечно, учитывая то, что мы уже сильные чары прокачали, сейчас вам и воду, и землю, и воздух, и еще огонь прокачаем с разумом и псионикой и чудотворством. Ай, ладно. Здесь нет ничего. Да я вижу, что тут нифига нет. Что это поделаешь? Враги? Внутри монастыря? Серьезно? То есть не монастыря, а внутри этого лагеря? Кому там нам надо было? Кого я квест брал, блин? Вспомнить бы. Кого я квест брал? Мифологию все повышаем. Офигенно. Гади, не у тебя брал? Управляющий. Удачный исход в вашем нелегком деле, брат. Найдем в любом случае, она. Здесь ничего. Просто хотелось бы раньше, чем позже. После того, как вы ушли, я вспомнил, что хотел с вами кое-что обсудить. Полагаю, они как-то связаны с самим Мартеном. Мне кажется... Погоди. Пан Рак сказал, что хочет взять временно найти бриллиант, дневник, достать флагом пани. Ну, я могу дать ему флагом пани. Я слушаю.
дать личное. Лучше оставьте это себе. То есть? А что за Мартены призраки? Да, Мартен с утеса. Ну, мы это нашли, на самом деле. Увидимся. Кому нужен флаг-то был? Вот в чем вопрос. Может быть, не ему? Лютые пауки. Заметила какое-то животное. Это что? Давайте, наверное, на следующей серии это уже оставим, потому что это чувство много будет еще нужно вырезать. Так что оставим это на следующую серию. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Заодно напишите, если вам не трудно, кому флаг сдать. И всем пока. Или просто, скорее всего, они увидели, что флаг не настоящий.